6 июля, 14-й год, Харьков, 17:58 по Киеву. Наша песня хороша, начинай сначала. Вчера украинские войска, Национальная гвардия и войска Национальной гвардии освободили, заняли оставленный Славянск, Краматорск. Что у нас здесь, коммунисты, да? Тоже черно-коричневая лента. Сейчас подъедем ближе. В 6 часов должен начаться. Вечер должно начаться на площади Конституции. Украинцы патриотические силы проводят. Я думаю, пару минут уделю. Чтоб хотя бы выяснить, кто там, что там. ЛДПР пакетик у товарища. Нормально. Здравствуйте. А вы мне подскажете, у вас пакет ЛДПР? Да. Это разве не российская партия? В Украине есть ЛДПР? Будет. А, то есть это на перспективу. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Понятно, да. Полотно, но даже никакого серпомолота даже не видно. Те, кто стоит, ждет русских. Ну, для тех, как раз, кто ждет русских. Тут было установлено, тут будет установлен памятник, памятный знак в честь провозглашения независимости Украины. 90-й год.
сейчас 2014 до сих пор русские ждут.